Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Дар Реди. Сегодня мы с вами попробуем забаговать бабулю на самом сложном уровне на экстреме и пройти с помощью этого бага игру. Всем приятного просмотра, надеюсь на ваши лайки, комментарии и подписочку на канал Дар Реди, если хочешь больше серий по Грэнни и по другим хоррор-играм. Ну что ж, день первый. Что мы с вами делаем? Нам нужно будет взять вазу. Не знаю, получится на экстриме или нет, но данный способ работал на старой версии. Идем сюда. Нужно будет бросить, ну, рядом с кроватью можно будет бросить вазу. Ныкаемся и ждем Грэнни. Как только она подойдет, нам надо будет вылазить и залазить под кровать. Вот она подбежала. И резко начинаем жать. Много раз. Ой-ой-ой. Ну-ка. А, все-таки ударила. Слушай, ну пока я это делал, она меня не била. И за, возможно, надо больше было раз так делать. День второй. Хорошо. Но это было близко. Это было близко. Может быть, если я продолжил, может быть, она меня не ударила. Я потом вылез, и она меня уже ударила. День второй. Может быть, данный способ не работает, я не знаю. Но раньше он точно работал. Так, а что если... Ну, я думаю, вазу не обязательно, можно книгу попробовать. Но все же, давайте вазу бросим. Может быть, подальше где-нибудь. Сюда бросаем. Накимся. И просто спамним. Подошла. Начинаем жать. Давайте подольше. Ой, мне кажется, плохо будет. Я думаю, как только я отожму, она меня ударит, я боюсь. Давай медленнее. Слушай, кажется, получилось, смотрите. Боже мой. Ребята, кажется, получилось. Мы забаговали Грэнни. Грэнни? Какая же она страшная, слушай, что у нее с лицом? Бог ты мой. Лицо очень такое черное, серое. Так, ладно. Давайте, знаете, что проверим? А где? Она встала... Подожди, она, получается, встала на бутылку. Она встала на бутылку. Возможно, бутылка ей не дает уйти, я не знаю. Ну-ка, если я брошу сюда? А если я попробую забрать бутылку? Давайте попробуем забрать бутылку. В принципе, мы можем забрать бутылку, все нормально. Может быть, слушай, давайте пройдем игру с помощью этого бага и в конце застрелим Грэнни, чтобы она больше никого не убивала и никого не ловила. Вот. Блин, как же это классно. Отлично. Все, теперь спокойно можно пройти Грэнни на экстриме, хотя бы поизучать примерно месторасположение каких-то предметов. И музыка такая нагнетающая. Боже мой, крыска. Крыска укусила меня. Так, смотрите, нам надо будет комнату открыть. И положить туда книжку. Положим. Вроде как с нее выпадает какой-то предмет, как мне писали, но я не всегда его вижу. Может, ключ какой-то? Да, подвинем ее. Так, я не вижу никаких ключей. Бедная бабуля. Боже мой. Бабуля. Бабушка Грэнни. Нет. Давай ее куда-нибудь сюда поставим. Не знаю, выпадет с нее ключ или нет. По идее должен. Но почему-то я не вижу ключа. Музыка до сих пор напряженная просто. Офигеть. Может, пробовать бабушку забаговать, если... Если, допустим, в дверной проем вот так ее поставим. Так. Так, слушай. Где ключи? Давай сюда ключи. Боже мой, как же ее колбасит. Давайте откроем дверь. Это плохая бабушка. Не знаю, может, потом выпадет ключ. Давайте ее здесь оставим пока что. Пойдем дальше. Меня напрягает эта напряженная музыка.
Мне кажется, помимо Грэнни еще и музыку забаговали, и сейчас она постоянно напряженная. Так, ключик есть. А, по идее... Слушай, а что если Мишку взять? Давайте прям взять Мишку и проверим, как она среагирует на нее. Так, ключ пока туда бросим. Хочу теперь Мишку взять. Туда бросаем. Возможно, она очень сильно разозлится. Спускаемся вниз. Где здесь должен быть Мишка? Но обычно всегда тут. Берем Мишку. Слушай, а если она разбагуется? Ой-ой-ой. Ой-ой, мне тогда не поздоровится. Ключ, кажется, упал. Я слышу, как будто ключ упал. Блин, какие у нее красные глаза. Офигеть. Она злится, но ничего не может сделать. И вот прям близко подхожу к ней. Она мне ничего не может сделать, ребята. Блин, офигенно. Крыска. Можешь спокойно Мишку... Ой, блин, кусается. За пятку мне кусает. Я помню, тут какой-то баг был. Я не знаю, надо как-то уронить и подобрать предмет, что ли. Или как-то пролезть можно сквозь... Я помню, как-то можно было пролезть сквозь щель. А, вот, подожди, я вот туда Мишку выронил. Но подобрать я не могу, да? Я помню, раньше можно было пролезть здесь, но сейчас нельзя, видимо. И теперь Мишку не могу забрать. Ладно, пускай там полежит. В игре до сих пор очень много багов. Ой-ой-ой, чуть не упал. Просто все туда свалилось. Ладно, давайте попробуем пройти игру. Сейчас можно не беспокоиться, спокойно, в принципе, проходить. Тут просто дофигища, дофигища замков. Я не знаю, что они делают, за что отвечают. Так, хорошо. Это от машины? Давайте проверим машину. Ребят, пожалуйста, не забывайте ставить лайки. Подожди. Подожди, а как она провалилась сквозь текстуру? Мы сбросили ее с второго этажа, но она почему-то здесь. Шестеренка. Ладно. В общем, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал Дарриди, если хочешь больше серий по Грэнни. Если хочешь стрим по Грэнни, где мы с вами попробуем пройти Грэнни на экстриме. Ну, я бы на харде немножко бы потренировался, а потом бы на экстриме. По идее, я хочу попробовать пройти первую, вторую, третью часть Грэнни. Хотя бы пока что на харде. А потом, как только мы на харде пройдем, я хочу пробовать пройти на экстриме все части. Так. Я думаю, нам надо использовать молоток, чтобы... Ну, все дощечки сломать. Отлично. Давай сразу вот так. Подожди, а если я... Грэнни не будет, да, какое-то время атаковать, если я брошу? Ладно, не будем пока бросать. Пока что не будем ничего бросать. Сюда можно будет поставить дощечку. Нам внизу надо будет также сделать вентиль. Отсюда просто будет проще забрать. Она до сих пор здесь стоит. Может быть, она потом меня ударит, если я близко подойду. Но я вроде бы подхожу близко. Не, она не ударяет меня. Отлично. Но эта напряженная музыка очень удручает. Прям страшненько. Так, а здесь пройти пока нельзя, да? Может, потом можно будет? Так, это выйти. Кнопочку можно будет потом забрать. Ладно, пойдемте вниз. Там тоже у нас дела.
Окей. Теперь хочется пройти игру. Просто так много грени вышло. Я около 5 лет ничего не выпускал, к сожалению. К сожалению, простите, ребят. Вот, если я восстановим актив, то буду чаще играть, наверное, грени. Вам же она так нравится. Мороженчика тоже играли, можете загуглить. Мороженчик Дар Риди, найдете много контентика. Так, батарея. Ладно, пока что, что нам надо сделать? Пока что вот здесь тоже все сломать. Тут у нас чаша шестеренки, можно будет взять. А, так, это если мы через машину побежим. О, я испугался. Я забыл это место. Так, окей. В принципе, мы много чего сделали. Боже мой, как же страшно. Интересно, она разбугуется, если я... Если я продолжу опять, ну, резко входить, выходить, входить, выходить. Что, интересно, будет тогда? Блин, музыка очень сильно напрягает. Я думаю, пока здесь оставим. Зеленый ключ нам нужен будет. Да, есть тут что-то еще. Ну вот корм, давайте возьмем корм. Посмотрим, что там такое. Еще мне интересно, ребят, попробуйте на ПК так сделать. Забагуется ли на ПК? Идем, 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 идем. Так, корм. Отлично, кусачки. Так, надо будет все обрубить. Внизу вроде бы ничего нельзя обрубить. Главную дверь. Точно, главную дверь нам надо. И наверху. Очень напряженно. Так, отлично. А наверху может какой-то быть предмет. Посмотрим, что там такое. Так, я думаю, брошу туда пока вниз. Я не помню, на новой локации нам понадобится. Да, да, вроде бы понадобится нам еще кусачки. На новой локации. Пока что делаем так. Берем ключ. С таким звуком очень напряженно играть, очень напряженно. Тут вроде бы можно, да, упасть? С небольшой высоты падать можно. А, подожди, так это же не отсюда. А, отсюда, да. Отлично. Да я пока сюда все сброшу. Он полетел просто, просто полетел. Так, смотри, она вроде бы скинула ключ нам, да? Когда она исчезает, она скидывает ключ. Да, у нее ключ, оказывается. Я помню, я из-за этого не мог пройти игру. Я не понимал, что делать дальше. Оказывается, ключ с нее падает. Без этого ключа мы не сможем пройти уровень. Так, давайте возьмем кусачки, да? Я не помню, но вроде бы они нам нужны. Возьмем кусачки. Отвертка нужна будет нам. До сих пор эта музыка. Да, в напряжении, конечно, держит. Еще можно сюда чем-нибудь скинуть. А что, кстати, в машине там было? А, там ключ, да? Туда я все забрал. Она всегда туда бежит, в эту сторону? Ой, так она такая быстрая. Она очень быстрая, ребят.
Она реально очень быстрая. Сюда, наверное. Так, подожди, кусачки. Тут-то отвертка, да, нужна? Ладно, придется здесь пока оставить. Ключ. А, надо было ключ, кстати, мне взять. Надо было взять ключ. Ну, тут прям опасно ходить. Не знаю, можно ли ее застрелить или нет. Чего нету? Что у нас здесь? Как же мне страшно. Часть ружья, кстати, часть ружья. Ой, тут безопаснее. С помощью ружья мы, в принципе, можем продвинуться дальше. Крючок еще нам нужен. Так, ну мы сейчас все по максималке сделаем. Отвертки нету. Нам будет ствол еще взять. И пойти за крючком. Не знаю, можно будет ее убить или нет. Я полностью сломал игру. Ствол. Так, крючок остался. Я думаю, мы сразу возьмем, наверное, ключик. Вдруг мы сбежим через низ. Единственное, если она меня поймает, то тогда нам не поздоровится. Это реально опасно. Мы можем заново начать. Мы можем из-за бага проиграть, по сути. Потому что, как вы видели, не всегда получается и не всегда это срабатывает. Нам повезло. Мы можем два раза потом умереть. Два или три раза. Потому что баг работает не всегда. Так, я куда иду? Сюда? Может быть, я испугался. Да, все, нам сюда. Отлично. Может, таким же путем пойдем? Ждем ее здесь. Где я должен успевать добежать? Я не знаю, что будет, если в нее выстрелить. Может, она тоже на время как бы вырубится. Так, нам ружье пока нужно только для того, чтобы продвинуться дальше. Там наверху отвертка, она нам нужна. Канистра. Блин! Ой!
Слушай, а как канистру скинуть, ребят? Кто знает? Я понял, канистру нельзя скидывать через... Канистру нельзя бензин скидывать через выстрел, потому что она взорвется только через арбалет, получается, да? Только арбалетом можно. Блин, тут мы не пройдем, прикинь, тут все обходить нам надо. Все, можем отменить уже способ через машину. Либо через основную дверь. Либо через новый выход. Я уже не помню ничего. Что у нас здесь будет? Ключ. Можем попробовать, в принципе. Давайте посмотрим, что там такое, а потом надо будет забрать отвертку. Главное не забыть. Что отвертка в том месте, в последнем, где мы открывали, ну, использовали ее. И одна где-то упала, да? А, она как бы вниз провалилась под текстуры, да? Так можно потерять реально. Хорошо, что в игре есть много способов сбежать, если через один ты запорол, да, есть другие способы. Так, отверточка нам может еще пригодиться. Красный ключ. Так, ну это основной выход, да? Это основной выход. Если я не ошибаюсь. Так, я постоянно забываю, подожди. А, короче, красным ключом надо в самом конце открыть, да, дверь? Окей. Хорошо, мы можем еще один патрон использовать, чтобы вниз попасть. И там тоже что-то должно лежать. Отвертку можем потом использовать. В последнее время мне не попадается именно вот, не могу найти ключ от арбалета. Давно я арбалетом не пользовался. Отлично. Отличненько. Так, ну это заморозка тут. А, нам не нужен он. Нам он не нужен. По сути, мы сюда зря попали. Не знаю, можно ли, кстати, можно ли паука так заморозить или нет? Зачем нам батарея, я вот вообще не помню. Все, что связано с машиной, мы просто игнорим. Потому что мы бензин потеряли, мы не сможем сбежать через машину. Типа какие-то автоматические замки, и там нужна вот эта батарея, что ли, вот? Или чего? А, да, автоматические замки. Окей. Ох, как же далеко идти за этой отверткой. Нам надо это будет сделать. Это очень важно. По крайней мере, мы уже немножко тренируемся. Примерно понимаем, что где может лежать. Потому что если играть по-честному на экстриме, без бага, то это будет очень сложно. И это будет максимально сложно. Приходится постоянно возвращаться. Но тут к этому времени у тебя должно быть то, чем ты можешь Грэнни остановить. И вообще с этого угла лучше сразу все предметы перенести, чтобы туда не возвращаться вниз.
Так, а что я делаю? Пожалуйста. Я не в ту дырку упал. Да, кажется, не в ту дырку упал. Так, тут только молокоток. Молоток нам уже, в принципе, не нужен. Ё-моё, я реально не в ту дырку провалился. Главное не погибнуть. Да, долго мы возимся. Летающая музыка. Главное не попасться. Блин! Как я так не заметил? День третий. Слушай, ну... Музыка перестала богаться. Игра не ушла. Как я так попался? Не знаю, получится у меня или нет. Давай сделаем вот так. Может, надо было поближе. Пускай лучше уйдет. Хорошо, пускай она уйдет. Продолжаем так делать. Если кто-то подольше, я что-то боюсь. Отлично, слушай, сработало. Боже мой, я не верил. Два раза подряд. Так, теперь можно спокойно выбраться. А, я поторопился там с этой бабулей, я не ожидал ее там встретить. Надо делать уже начатое. Мне надо еще отвертку подобрать. Окей, ползем, ползем, ползем. Нет! Да ну почему ты меня ловишь-то? Опять поймала. Может, ружье взять, пробовать ее убить? День четвертый. Давайте попробуем взять ружье и убить ее. Я не знаю, ребят. Может, это поможет, потому что тут у нас проблемки. Тут у нас большие проблемки. Слушай, ну баг работает, его легко вызвать. Причем разработчик, кстати, до сих пор не пофиксил. Это лет 5 назад вроде бы был баг. До сих пор работает. Так, Грэнд идет. Может, не сработает, я не знаю. Много раз жмем. Не торопитесь отпускать. Просто замедляем потихоньку, замедляем. Все отлично. Мы ее успокоили. Так, а где у меня последний раз ружье-то было? Так, это нам вроде бы тоже пригодится, да, вентиль? Петель нам тоже понадобится. В принципе, мы можем его куда-то сбросить. Ну, по идее, нам надо туда сбросить. Все, можно туда просто все сбрасывать. Смотрел? Я знаю, что нам еще надо. Была кнопочка такая, которая дверь открывает. Я не помню, где она. Так, хорошо, ну может быть наверху.
А вот здесь она вроде бы, да? Да, вот здесь. Окей. Посмотрим, что у нас здесь будет. Музыка очень напряженная. А, вот уж нам надо. Перцовый баллончик даже есть. И код. Так, подожди, ну код это сюда, да, надо применить? Где? Вот. Кодовый замок. И что там? Так, перцовый баллончик даже есть. Надо будет сбросить. За, смогу ли я сбросить эту палку? О, получилось. Нормально. Так, ствол я, по-моему, знаете, где оставлял последний раз? О, в дальней комнатке. Если получится ее застрелить, то тогда нам будет намного проще. Потому что что-то я туда боюсь лазить. Так, вроде бы вот здесь, да? Или не здесь, пониже. Ну вот, ружье. Осталось только зарядить его. Осталось только его зарядить. Так, где-то были патроны. Ну, в принципе, оказывается, легко бак. Я думал, будет сложнее вызвать. Сколько раз подряд у нас получилось? 3 раза подряд, получается, у нас получилось. Ох, я очень сильно надеюсь, что нам получится ее убить. Было прям замечательно. Главное, чтобы тут не застряло ничего. Вроде бы упало. Почему-то куда-то в бок бросается. Так, отлично упало. И мы тоже падаем. Аккуратненько проходим. Ни разу не пробовал ее убить, не знаю, что будет. Я боюсь, что она сзади подойдет. Да блин, как? Я опять поторопился. День 5, последний. Слушай, ну если баг не сработает, то мы проиграли. Я могу проиграть, ребят. Я могу зафейлиться. Мне такое бывает. Накаемся. А, мне пугает, что один раз у нас не получилось. Много раз делать, не торопиться отпускать. Медленнее, медленнее. Все. Лучше уйдем от греха подальше. Последняя попытка. Не знаю, если я эту бабулю не убью, то у меня будет проблема. Я не знаю, как ее проходить, ребят. Для меня вот это новый уровень, новая сложность, и я не знаю, как с ним можно бороться. Кстати, надо было пробовать заморозить ее, я что-то не подумал. Давай не будем торопиться, попробуем заморозить ее. Лучше перестраховаться. Лучше перестраховаться, я считаю. Так. Где-то наверху, да, было? Заберем заморозку. Может заморозить ее или нет, я вообще не знаю, ребят. Но попытаться определенно стоит. Так, куда? Сюда вроде. Есть ли способ ее убить? Умирает ли она или нет? Очень много вопросов и очень мало ответов. Все забрали. Можно, конечно, и без этого, но она очень быстро бегает, очень быстро. Я что-то там стал фейлиться, вот она одна из самых сложных и страшных.
Сюда бы еще Грэндпа, да? Вообще невозможно было победить. Вроде бы есть мод с Грэндпа, но блин. Это будет максимально сложно. Мне кажется, Грэндпа под эту карту не предназначен. Так, где мое ружье? Ружье вроде бы там. Она тоже слышит, да, это все? Блин, я только сейчас выгляну, и она тут как тут, по-любому. А если я сейчас сам заморожусь? Мне теперь страшно всовываться. Мне страшно реально. Я что-то боюсь, ребят. Как на первый раз меня съела? Мы убили ее? Нет! Почему-то я подумал, что мы ее убили. Ее невозможно убить, что ли? Блин, как же я лоханулся. Я не думал, что ее невозможно убить. Вот это фейл. Она просто меня поцеловала. Просто чмокнула. Гейбовер. Ну что ж, это была практика. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за лайки, за комментарии. Не проходил я на Найтмерси, но я вам показал баг, благодаря которому вы сможете пройти игру на Найтмерси. Специально, кстати, не прошел. Ну как специально? Да, я зафейлился, но я сильно не старался в том плане, что я почему-то торопился. Я был уверен в своих силах. Хотя, если бы я подольше бы играл, вот как на стриме мы, помните, проходили? Там я не торопился, играл медленно, пообщался с чатиком, ваши советы слушал. Вот, а тут хотелось быстрее вам сделать видеоролик, выложить. Надеюсь, вам понравилось. В общем, спасибо за лайки, за комментарии, за подписчику. Ты также можешь стать спонсором на Boosty, ссылочка будет в описании. Либо же просто поддержать донатиком разово, ссылочка будет в описании. Буду тебе благодарен. Ну а пока что всем до скорого, пока-пока. Спасибо, что смотришь и поддерживаешь. Всем удачки, всем пока.